Гонки на трассе «Казачий дозор» проходят уже более 4 лет. Очередные соревнования в деревне Горки собрали 80 участников из разных регионов России. Возрастная категория от 5 до 65 лет. Трасса у нас сертифицирована, в соответствии с этим у нас есть положение о порядке проведения гонок. Вся информация размещена в интернете, на наших сайтах. Соответственно, люди, которые из других даже регионов приезжают сюда гоняться, они подают, значит, заявки. Соблюдение идет медицинского характера, определенные требования по документации. Разрешение от родителей, прежде всего, от детей. В части безопасности у нас здесь принимаются действительно серьезные меры. Гоночная трасса в Горках уже давно стала центром притяжения для юных спортсменов из многих уголков России. Григорий приехал из города Владимира. Он участвует в заезде по питбайку. В этом виде спорта юношу привлекает скорость, экстрим, преодоление препятствий. Ехал какой-нибудь там трамплин, допустим, хотелось прыгнуть, было очень страшно, то есть перебарывать себя было. Да даже вот на тренировке спокойно. То есть как, какой-то характер нужно было как бы проявлять. Первыми на старт вышли самые маленькие гонщики. Когда со стороны наблюдаешь за пролетающими мимо мотоциклами, сложно осознать, что за рулем железных коней 5-8-летние мальчишки и девчонки. Среди них спортсменка из Красногорска, 11-летняя Соня Иванова. Девочка принимает участие в соревнованиях с 2018 года. Плоховато проехал, могу приехать получше, но я проиграла на старте, уехала самый последний. А сейчас скоро будет второй заезд, надеюсь, что буду исправляться и будет все лучше. Прошли на трассе и гонки на выживание. Безусловно, это весьма зрелищный и эффектный вид спортивных состязаний. Поддержать участников заездов приехал неоднократный победитель гонок на выживание, актер и каскадер Федор Шилов. Приятно, что народ приезжает, несмотря вот сегодня погода плохая, мы не смогли прилететь на парапланах, как бы порадовать ребят, но зато все равно народ собрался, и вот сегодня будет, как говорят наши спортсмены, месить грязь. В очередном этапе гонок на выживание принимал участие сын Федора Роман Шилов. Очень грязно и очень симпатично для нас, это для гонщиков, да, ну то есть это на самом деле очень увлекательно. И ну, как сказать, я вот сейчас вырвался третий, да, ехал третий, и у меня начала вылетать вторая передача, и я вот пропустил двух соперников. Ну, вроде бы пять участников попадают как бы в финал. Технические виды спорта очень популярны в Ленинском городском округе. Соревнования собирают большое количество зрителей всех возрастов. Я люблю этот вид спорта. Это действительно праздник в Горках Ленинских. Стараемся посещать все гонки на выживание. Вот, потому что это интересно, это мужественно. Здесь собираются именно любители технических видов спорта. Первое место в мотокроссе в своей возрастной категории занял Кирилл Евлашкин из Белгорода. А в гонках на выживание золото взял Сергей Щетинин из Москвы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.